По словам родителей солдат, Министерство обороны Армении преднамеренно отправило их сыновей в сторону Верхней Шоржи, где находились позиции вооруженных сил Азербайджана. Родные военнослужащих потребовали встречи с министром обороны. Чуть позже их приняли в Минобороны. Нам сказали, ждите, идут поисковые работы. Когда появятся какие-то новости, сообщим вам. Мой сын служил в Неркинханде. Их отправили на боевые позиции без ответственных лиц. 12 сентября вечером его отправили на инженерно-строительные работы. Нам говорят, что очень много солдат в данный момент находится в лесу. Мы хотели об этом поговорить с командиром батальона, но его нигде не нашли. Сегодня мы все хотим участвовать в поисках своих сыновей, но нам отказали в этом, заявив, что мы не знакомы с местностью и что в поисках участвуют исключительно лесники. Мои два племянника служат в воинской части Кафана. На днях отправлюсь туда и верну их домой. Даже если полиция захочет меня арестовать, не оставлю их служить там. Акция протеста прошла также у здания МИД Армении в Ереване. Митингующие требовали выхода Армении из ОТКБ и Евразийского экономического союза. Председатель Европейской партии Армении Тигран Хазмалян в своем выступлении заявил, что выход из ОТКБ и ЕАЭС становится национальным требованием.